Зараз давайте все ж таки перейдемо до нашого гостя, який вже є в студії, або будемо задавати питання, ставити питання, чи готові ви до експериментів? Та-ра-та-ра-та! До нас завітав наш традиційний гість Андрій Бортов, амбасадор Музею цікавої науки та директор Школи наукових чудес. Так? Добре утро, друзі! Доброго ранку. Ну, якщо ти з'являєшся в нас в студії, то в нас з'являються і експерименти, так? Так. Я поглядаю, бо це буде такий сюрприз і для нас, взагалі, і для глядачів, тому що щось таке незвичне буде відбуватися. І, ну, у нас зазвичай щось незвичне відбувається з твоєю появою в нашій студії, але мені здається, що експерименти будуть ставити над нами, так? Сегодня да. Класс. Сегодня да. Но в первую очередь я хотел бы сказать, во-первых, всем доброго утра. В первую очередь я хотел бы сказать, что сегодня я пришел как человек, который готов пригласить всех на большое шоу, наконец-то, после длительного перерыва, который был связан с разными моментами, и карантинными моментами, и моментами тем, что мы привыкали к происходящей в мире ситуации, и моментами, которые не немножко так, скажем так, ограничили наши переезды куда-то за пределы страны. В общем, пригласить хочу всех на концерт Школы научных чудес. Это большое научное шоу. Это получится такой большой, приятный концерт, в котором собрано много интересных экспериментов. Я, кстати, приготовил для вас такую небольшую видеоподборку того, что будет на этом концерте, mm-hmm. и для того, чтобы зрители увидели. И хочу сказать, что это такой своего рода рестарт Школы научных чудес, когда будет показано много таких свежих и в то же время уже проверенных экспериментов, которые уже успели видеть зрители, кроме Украины, еще в 11. Ну, треба розповісти про те, що Школа наукових чудес вже була на великій сцені неодноразово. Це проходило. А так, і різні були майданчики. Ну, в Україні, наверное, практически всі города великі, города поменьше. Ми об'їздили, виступали. Я даже не помню, сколько кругов по стране мы совершили. Естественно, двумя самыми посещаемыми городами для нашего шоу остается Одесса, родина наша, и Киев. Но был и Харьков, и Полтава, и, не знаю, и Львов, и Винница, и, ну, вот все города, которые можно перечислить. Сколько часу прошло после останнего такого выступа великого? Ну, все происходило в последний раз до карантинное время. Это как раз... А еще, знаешь, совпало с тем, что у нас как раз в декабре 19-го года, сейчас 21-го, в декабре 19-го были еще гастроли, и вот как раз вот перед этими гастролями, вот где-то почти два года. Угу. А за эти два роки что-то новенькое появилось? Да, появилось, ну, во-первых, в принципе, смотри, из того, что осталось незыблемым, это форма, формат. То есть я продолжаю делать эксперименты, которые в легкой развлекательной форме доказывают и показывают те или иные природные явления, доказывают, что наука может быть интересной и занимательной. В то же время вот эта легкая форма позволяет легче детям воспринимать информацию, а взрослым в то же время кайфовать от увиденного, от той зрелищности. Ну, мені здається, що майже вже немає людей, які взагалі не чули про Школу наукових чудес. Так, ну, знаєш, діти рождаються, якісь діти взрослеють, і, може бути, є достатньо великий пласт людей, які, ну, просто не знають, тому що не сталкувались в силу різних причин. Отже, в нас є можливість побачити, як це відбувалося. Так, в нас є невеличке таке невеличке відео. Давайте зараз подивимося, а ти прокоментуєш, що там буде відбуватися, що ми побачимо. Так.
Ну, я навіть... Уже можна кликати? Уже можна кликати, так. Ну, на самом деле, это один из любимейших экспериментов во всех тех странах, в которых мы были. Это гонки на тележках, я называю. За допомогою... Огнетушителей, вогнегасників. Да. Это лазерная история. Это вот эксперимент... Наяскравейший, да. А это свеженький, новенький эксперимент, который уже мы успели несколько раз повторить. И секрет его в том, что просто вдруг неожиданно какие-то такие штуки при перевороте начинают взлетать. Но тут, опять же, все физические и химические явления рассказываются, как это происходит. Угу. Ну, это любимейший эксперимент. Вы его можете видеть даже в нескольких таких вот замедленных повторах. Туманный взрыв мы его даже называем. Да? Угу. Слово «взрыв» вызывает у людей какой-то такой ассоциативный, ну, может быть, иногда такой опаску какую-то, да? Угу. Ассоциативный ряд, который вызывает опаску. Но в то же время я всегда говорил и говорю, что во всех экспериментах есть правила, которые действуют и для сцены, и для кухни, когда вы хотите просто там что-то похимичить с ребенком. Все должно быть безопасно для того, чтобы было понятно, и все должно быть с точки зрения уборки. Довго потрібно потім відмивати сцену після ось цих експериментів? Ну, ти знаєш, вот конкретно это видео из такой страны, которая называется Саудовская Аравия. Мы заклеивали специальным покрытием сцену, и потом достаточно быстро все это собиралось, потому что там у нас было ограниченное количество дней, по-моему, 5 дней мы всего были, и людей, желающих много, и мы сначала должно было быть 2 шоу в день, и между шоу мы имели там всего там час, например, времени. Это нужно было делать очень быстро, поэтому персонал этого культурного центра нам помогал, а потом, когда добавилось 3 шоу в день, ну, в общем, получалось, что у нас... Мы как гонщики Формулы-1, меняющие колеса, все это делали. Ну, мне кажется, что ты уже, маешь такой достаточно великий досвід, что стосується экспериментов, и есть те эксперименты, которые уже все бачили в разных странах, так? Ну, да. Есть какие-то эксклюзивные. Чи были какие-то эксперименты, от которых ти за деяких причин мав відмовитися? Ты знаешь, смотри, все эксперименты с электричеством очень часто, в основном в нашей стране, сталкиваются с тем, хотя какой только в нашей, не только в нашей стране, сталкиваются с тем, что нет возможности, технической возможности провести. Аппаратура вылетает или что-то еще, когда у тебя на сцене стоит большая там катушка Тесла, и она бомбит молниями там по 1,5-2 метра, то не всегда это возможно. Ну и кроме всего прочего, не всегда даже несмотря на то, что я делаю все очень безопасно, продумываю какие-то моменты, чтобы все это оказалось безопасным, не всегда разрешены эксперименты с огнем, а здесь очень много таких классных штук. И вони досить яскраві. Да, ну иногда, знаешь, не сам огонь нужен, а нужны какие-то штуки, которые там связаны с тем, что что-то нужно подогреть, нагреть вот непосредственно здесь. И это тоже иногда запрещено. То есть технической точки зрения. Но, знаешь, мы чуть-чуть все зажали, и творчество здесь такое, знаешь, испытывает дискомфорт, и тогда все вырастает в какие-то другие интересные. Можно сказать, что вот цей концерт, який відбудеться, до речі, в Домі клоунів, так? Да. Він буде таким великим поверненням школи наукових чудес. Да, безусловно, и я скажу такую штуку, что теперь школа научных чудес сейчас делает программу из прям самых-самых ярких. Я прям посчитал, что за те почти 10 лет школы научных чудес там будут эксперименты, которые сразу появились в программе, которые появились там через год, два, там 5, и 2 года тому назад появился вот этот вот эксперимент с летающими банками, который на самом-то деле основывается на банальной реакции соды с уксусом. Но это очень ярко, и мы, придав ему такой большой формат, он стал одним из самых любимых.
Отже, можна сказати, що у цьому концерті будуть найяскравіші експерименти, які були показані взагалі за всю історію. Так? Совершенно верно. І я думаю, що ми ще разочек, где-то, може бути, в кінці сентября повторим такий формат. И потом этот формат перерастет в нечто новое. Пока не будем говорить, но в любом случае это будет такое, ну, что-то, что будет не только на сцене, mm-hmm. вот скажем так. Чи будемо ми сьогодні робити ці експерименти? Ну, давайте, смотрите, на самом-то деле я всегда сталкиваюсь с тем, что какие-то странные предметы у меня в руках, ну, непонятно, с одной стороны, не совсем странные, ну, понятно, что эти предметы можно использовать в жизни, но когда я прихожу с ними на телевидение, начиная от того, как я прохожу там охрану, потом прохожу различные другие пункты, когда я перед тем, как я попадаю в кадр, все говорят, зачем ты это носишь? Что это такое? А на самом-то деле вот это и является основным моментом, который привлекает внимание. Люди не понимают, для чего тебе это нужно, и они расслабляются, и им легче понять после этого какой-то принцип, какое-то природное mm-hmm. явление, какие-то интересные штуки. Я увидел, что дети на сегодняшний день не до конца понимают, что различие между горячим и холодным, если это что-то там испаряющееся, да, для них это понятная вещь. Взрослые не всегда понимают, как там объяснить это детям. И вот тут я. И я сегодня решил поговорить о простой вещи, которая называется атмосферное давление. Мы его не ощущаем, мы себе комфортно себя чувствуем, но приходя в магазин, например, мы видим запакованную какую-нибудь продукцию в вакуумной упаковке. Uh-huh. Да, вот в вакуумной упаковке. Так. Почему она там сдавлена так вот находится, как вы думаете, друзья? Потому что там немає повітря. Правильно, оттуда откачали uh-huh. воздух, и поэтому воздух, находящийся за пределами этой упаковки, сжимает. Но это как бы такое будет интересное, но если этим не заинтересовать, оно таковым интересным не будет. Поэтому я хочу вас заинтересовать. Я для этого Смотрите, я принес для этого специальный приборчик под названием, вы, кстати, даже не проверили, пылесосик. Значит, смотрите. Он работает, он может вытянуть любое количество воздуха. А теперь мне бы хотелось, чтобы вы вдвоем присели вот сюда на диванчик. Мне уже страшно. Не переживайте. Ну, а теперь, ну вот представьте себе, мы вас немножечко запакуем. Друзья, мы сейчас... Немножечко? Ну, помнишь, я приносил очень много холодной штуковины, которая омолаживает. Вы почему такие молоденькие, красивенькие? Во-первых, вы рано встаете, а во-вторых, к вам иногда прихожу я. Давай я подготую майданчик, чтобы нам было усім зручніше. А я поки посижу. Итак, вы присаживаетесь, а я возьму упаковочку. Ну вот смотри, сегодня я заехал на привозик. Герметично. Упаковка. Ну практически. На самом деле стоит понимать, что с одной стороны я ее закрыл, а вторая сторона, она как рукав такой. Полезайте сюда, вот пожалуйста, друзья мои. Угу. Да, я понимаю, что мы шуршим. Полезайте. Боже, какая у меня цікавая работа. Да. Саш, нелегко эта работа. Привстаньте. Вот, смотрите, вот так. Великолепно. И чуть-чуть походите. Так, ну вот самый большой враг этой конструкции, конечно, каблуки. Питборы, да? Питборы, так. Так, значит, смотрите. И нужно еще пару шажочков сделать вперед вам. Вперед. Так, прекрасно. Ага. Вот, смотрите. Вам же... А ну-ка, присядьте на секундочку, вот как-то так. Так. А давайте сделаем несколько шагов назад, для того, чтобы вы смогли сесть на диванчик. Вас, конечно, кое-что смущает. Все, присаживайтесь. Что вас смущает на ситуации? Присаживайтесь на диванчик. Присаживайтесь. Вот, отлично. Ну, вам же ничего сейчас не мешает практически. Только шуршит микрофон, правильно? А также ничего. Сейчас мы попробуем немножечко, значит, вас запаковать. Значит, ну, чтобы вам вообще ничего не мешало. Так, вот здесь мы закроем вот таким вот образом. Ну, вот здесь.
одна думка мене якось тішить, що я може зберегуся якось краще, так? Після цієї процедури. Так. Значит, смотрите, друзья, что я попробую сделать? Я попробую всего ничего. Просто-напросто вас... Так, до речі, треба попередити, що в нас не будуть працювати мікрофони, так? Ну, какое-то время, да. Значит, попробуем откачать оттуда воздух, да? Вот смотрите, попробуем. Я не знаю, как у нас это получится, но мы попробуем. Значит, смотрите, вы же дайте... А дивно якось зараз виглядаємо, так? Так, чуть-чуть меньше, так. Я понял. Вы выглядаете дивно. Да не может такого быть. Итак, мы попробуем. Что вы ощущаете сейчас? Ну, пока ничего. Пока ничего, да? Так. Сейчас мы попробуем все-таки откачать вот этот вот воздух. Итак. Анатолий, а держи-ка вот эту штучку. Вот так вот. Вот так. Так, прекрасно. Вот. Девается куда-то воздух. Угу. Что-то такое бывает. На самом деле мы просто откачиваем эту штуковину под названием воздух. Откачиваем ее. Откачиваем. И теперь смотрите, как плотно она начинает облегать вас. Руки прижимаются. Ноги прижимаются. Вау! Что такое? Что, вам некомфортно? Уже не дос. Попробуйте привстать, пожалуйста. Ну, давайте, попробуйте привстать. Ну, все. Это уже неможливо. Так, ты пока держи, смотри. Мне кажется, вам не хватает специальной вывески. Мені треба фото. Фото мені треба таке. Фото, пожалуйста. Так, можна? Пожалуйста, давай, зафіксируємо. Дякую. Так, я ще, мені здається, ще так не виглядав. Ранок на сьомому не зустрічав. Цікаво, так. Давай, потихонечку. Уберем. Андрій Бортов об'єднує ведучих ранку на сьомому у прямому сенсі цього слова. А тепер перестаньте. Вам же нічого не мешает. Все отлично. Все, снимайте эту конструкцию. Снимайте, давайте ее уже будем выбрасывать. Так, это и был секрет, который мы открыли, секрет самой настоящей вакуумной упаковки. Так, ну що, які відчуття, Саша? Ну, ми так близькі з тобою ще не були раніше. Зближує. Отже, школа наукових чудес зближує усіх. Приходьте обов'язково на концерт. Давай нагадаємо ще раз, де і у котрій годині. І так, друзі, в 12:00 в воскресенье, що післязавтра, 15 августа, я і команда школи научных чудес ждет вас в домі клоунов на большом шоу, в котором все будет интерактивно, то есть во взаимодействии с залом. Во-вторых, познавательно, конечно же. В-третьих, ярко. И, конечно, думаю, родители могут спокойно сидеть в зале, приобняв ребенка и сказать, вот слышишь, дядя, вот это правильно. Важное питание, чи зможут сами глядачи принять участие у деяких экспериментах? Это же отличительная особенность наша. Школа научных чудес всегда, я всегда выстраиваю сценарии таким образом, чтобы зрители, про это даже легенды есть, зрители участвовали в экспериментах. Мы заметили, что зрители крайние места в рядах стали брать в разных городах Отже, чаще. Лайфхак для вас, якщо будете брати квитки саме на цю виставу, то обирайте щось, де ви змогли б швидше, скоріше вибіжати і прийняти участь у якомусь експерименті. Це, мабуть, легше вибігати, там легше з'явитися на сцені, а не в середині ряду би комфортніше, але ні. Давайте з краєшку.
дуже дякуємо, що ти сьогодні до нас завітав. Спасибо. Як завжди, підняв нам настрій. З ким би ми ще спробували себе от в такій ситуації? У якості сосісок. Отже, ще раз нагадуємо, 15 серпня о 19.00 будинок клоунів. Приходьте обов'язково на виставу школи наукових чудес. І це дійсно дуже яскраво. Діти зможуть дізнатися щось цікаве для себе і підвищити свій рівень знань у деяких галузах науки. Дорослі також зможуть не тільки подивитися, послухати, поспілкуватися, ще й прийняти участь у деяких експериментах. І це все абсолютно безпечно. У мене є, во-первых, к вам благодарность, что вы разыграли пригласительные на протяжении нескольких дней, и зрители 7-го канала туда попадают, ну, в частности, зрители «Утро на 7-м». А еще один момент, который я рассказываю везде, кроме того, что вот ты сейчас сказал, что дети получат знания, а дети, кроме всего, еще могут получить вот этот посыл, вот этот мотивационный посыл, который позволит им, может быть, даже определиться, чем они хотят заниматься. У меня просто есть такой пример, и благодарность от мамы, которая сказала: я привела ребенка к вам на шоу еще бог знает когда, когда вы только начинали, и потом он захотел заняться физикой, математикой и поступил в какой-то технический вуз где-то за границей. Це реально дуже важливо. Дякуємо, і приходьте обов'язково. Ну, а ми продовжимо, і зараз про кіно поговоримо.